apocalypse. Повторяю, направляйтесь в госпиталь милосердия. Ага. Так, ладно, Влад, пошли. Я уже всех убивал. Ага. И да, я забыл сказать, что я уже играл, что мы с Владом уже пытались пройти, но его послали купаться. Вот. Но это грустная, в общем, история, лучше не вспоминать. Зомби-сопляк, нет. Толстяк. Меня... Да, помогите. Меня... Ладно, меня носил. Вот, спасибо. С меня, Влад, дробовик кончено, говно. Сейчас я пойду и... Кстати, Влад, заметь, фонарик здесь улучшен, чем в Гаррис Моде, например. Может, потому что это отдельная игра? Да. Блин, я помоги быстрее. Да, Влад, я бегу. А здесь можно бегать? Нам не носить. Сейчас я бегу, ну как сказать, бегу я иду, потому что бегать здесь нельзя. Ты хуя там не бегать, блядь. А чё я ходить не могу? Короче, самолечение. Короче, самоли. Сейчас глюкос издал. Ну все, Влад, я предлагаю наебнуться в дырку. Смотри. Оля. Бля, а куда бежать? Подожди. Ладно. Что-то вообще зомбарей нигде нету. Бомба. Чё, где? Бомба. Так, там все закрыто. Я взяла бомбу. Вот здесь же зомби, по-моему, были, когда в дырку прыгали. Разве нет? О, сейчас будут вот эти на крышах кайлоны появляться. О, Влад, смотри, сюда войти можно. Здесь второй пистолет, а ну-ка. Все. Теперь я крутой. Подожди, у меня пистолет бесконечный, пока. Блин, после Гаррис Мода такая крутая графонфика вообще. Оп, говно там вот это. Зомбийское. Ой. Нет, Влад, меня рвут на куски. Подожди, подожди. У меня 30 кп. Так, окей, мне. А похилиться, подожди. А, вот, да. Все, сейчас похились. А, нужно задержать очки, как в кубке. Ай, помоги. Все. Здесь еще какой-то пистолет с фонариком, да? Пистолет с фонариком. О, да, кстати. А это, а у нас фонарик с какой-то жопы появляется, как я помню, когда оружием идешь. Конечно, от самого себя тени нет. Это, конечно, минус многих игр. Нет, тень есть, просто незаметно. Нет, я имел в виду, если от первого лица, как бы, то тени от, собственно, от самого себя, от первого лица нету. Блин, нельзя взять, ну ладно. Тихо, друг, дай по машинам. Все на станцию! Есть, конечно, недаун. Что? Есть, дай по машинам, если недаун. А, где нельзя стрелять? Ну да, иначе... О! Жопа! Я сразу говорил, я не стрелял в машину. У меня сейчас я хочу. Паладин. А сколько мне хп, я не знаю. Ладно, давайте. А, я не могу пить. Дайте мне перезарядить. У меня тоже, Влад. Зачем ты в машину скорее стрельнешь? Все. А, заходи. Все, побежали. Зай. Скорее, скорее. Это было как беру аптечку. Что? Я женщина, ладно. Меня тоже зая показывается. А, или может самое лучшее? А, нет, я вообще мужчина, я Стэтхэм вообще-то. Мужчина. Кстати, мой друг его тоже зовут Ярик, он тоже кровавый фач.
а прям за него шарит. Потерпи, я знаю, что нам надо идти, но мне нужно тебя вытащить. Да. Ебать, что я пока открываю. Блядь, Зоя, ты тупая? Зачем ты в дверь стреляешь? Ой, ладно, попердели уже. А что, говно? Ой, Влад. Я вдруг не заметил. Понятно, у нас непонятно. Проверю, есть ли система, ладно, я не проверю. Я не знаю. Так, есть ли система хэдшотов? То есть, конечно, есть. Все, Влад, я помогаю, я стреляю. А! Влад, побежали скорей. Тут сопляк. Влад, сопляк бежит. О, спасите, спасите, спасите. Нет, нет, там дырка. А, им насрать на меня, что ли? Ладно. А, ладно, Влад, им насрать на меня. На меня насрать даже зомби. Разрывается. А куда идти дальше? А, машина есть. Кстати, Влад, ты же знаешь, я тебе рассказывал про игру Afraid of Monsters? Да, ты об этом говорил. Что, говорил? Короче, да. Эту игру можно также пройти в свенкоопе, если что. Так, вы стоите, конечно, патроны. Охотник даун. Он вообще на ассасина похож. А, Влад, зомби бегут, Влад. У тебя чересчур бегут, не прокуристы, слушай. А у фонарика есть эта зарядка? Нет. Ну, блин, как ты видишь. А, ну да, вдруг она какая-нибудь незаметная. Я почему персонаж, если я игрок? О, это что такое? А, там веточки, ладно. А я взял руку. Так. Кто-то рядом. Нет, Влад, ты их всех спалил, зачем? И я просто им делал хэдшоты, они здесь стояли, а ты их взял и возбудил. Нет, ай. Кто? Как меня через окно засосали? Через стену, Влад, меня через стену сосут. Сейчас бомба. А! Эрик, слышишь, что ты возродишься, чё ты? О, М-ка. Да, и там еще, кстати, снайперская винтовка. Да? Да. Опа. О, Влад, у меня 4 хп. А почему я как прицелиться нельзя? А, вот. А, в смысле. А, ты нажми на колесо мыши, я сама нажми. Нет, Влад, у меня 4 хп. Я хилюсь. Скорей. Мрази тупые. Так, сейчас я попробую. На колесико мыши целится. Короче, Влад, а помнишь, я тебе рассказывал про Mirror's Edge Catalyst? Короче, Влад, чтобы в этой игре бить кулаком, нужно использовать тоже колесико мыши, кнопку. Ебать. Короче, Эрик, подожди. Просто не смотри налево, и все. Просто не смотри налево, ни в коем случае ты никогда нахуй. Ебаный ты, блядь. Я пошел. Да? Не знаю, куда он.
Не, я вообще стрелять не умею, если честно. Неужели удары паники такой сильный, что... Молодая женщина, извините. Убивает бред бошки. Да, сейчас танк будет. В этом моменте, я помню, ты пошел купаться. Ну, сука. Так, берем. Тоже не нравится люфай. Все, Влад, жопа началась, Влад, сейчас будет босс. Я не знаю. Месим. А, помоги. Помоги. Все, я вот здесь стреляю. Живёшь. А, да блин, сраные сосатели, как же они меня задолбали уже. Пожалуйста. Они просто ведь стоят в какой-то... А, ну ладно, меня тоже сейчас сдохнут. А, мы сейчас все сдохнем, ладно. Человек жопный. Только... А. Заяндра жива, Зоя. Смотри, что... В смысле? А зомби... Им посрать на Зою. Он да не спасает. Зомби сексисты просто, они только на мужиков нападают. На раз ебаные. Так вот почему мы Зоями становились, потому что мы легкую сложность выбирали. Так, а что у меня... А, Серик, хочешь интересный факт? Какой? На анимацию Half-Life 2 наняли психолога. На кого? Чтобы сделать анимацию лица Half-Life 2, пришлось нанять психолога. Ладно. Мне нужно будет фонарик из Лафача скачать. Когда мы уже возродимся? У меня вопрос. Зоя, кстати, трахает. Я не то страхать, ебут. Ну, это чего с края эфира, я вот так буду называть, который разрывает всех на куски. То есть, он когда разрывает... А давай просто мы его будем называть ассасином, и все. Не ассасином, а ассасином. Да, почему ассасин разрывает на куски, и они никто не подыхают? Ура! Ну, конечно. Танк! Да, Влад, жопу закрывайте! Все. У нас Энка пропала. А, блин, снайперки нету, Влад. А я пошел ее брать. Я не знаю. Ну, а. Так, а она здесь вообще. А. Где? Только патроны. Бля. Наканчиваю. О, Влад, смотри, куда мы здесь выходим. О, побежали вон туда, за мной, Влад. А, их бежал. Уже ебут. Ну ладно, насрать. Не, мы просто убежим от танкиста. Так, Зоя сдохла, сейчас и негр сдохнет. Точнее, лыс. Опа, снайперка! Где? О, М-ка. Какая-то чё, дробаш? Это автоматический дробаш. Блин. Да. Прям как из CSGO. Прям как. О, а пошли, давай из окна вот здесь, видишь? О! Ассасин. Ассасин в жопе пососин. Пошли. Алка, спрыгни. Так, жирняк там. Можешь выпрыгнуть? А ты хуй не прыгаешь тогда. Я включил пинцет проверить. Нет! Опа, yes. Снайперка вообще топчик. Пойду с тобой. Ляна, не кажется ли у тебя мало хп? Лучше мне помоги скорее, что ты сдохнешь. Это я сейчас сдохну, Влад. Не делать хп. А, нет, они все за тобой, ладно. Насрать. Я так хочу жить. Нет, нет, нет. Улетим. Ладно, бежим. Молодец. Ладно, помогаю. Молодец. А. Как он через сетку берет просто свой язык?
все. Все, Вадик, побежали. Подожди, беда. Влад, только не стреляй, пожалуйста, по машинам. Да ща, подожди. Так, я взял штурму. А, стоп. У меня птички нет. Какой ужас. Ща, подожди, к тебе. Повыбегали. Так, кстати, Эрика, ты круто, что? Чё, я тебе дебил. Что? Я не слышу. О, Павла, чекпоинт, чекпоинт. Бегу. Всё. Там, где Луис. Кстати, экранинатор играет в Fallout New Vegas. Что? Экранинатор играет в Fallout New Vegas. Бежали. Ой, блин. Тупые звуки, я не слышал, кто играет в Half-Life New Vegas. А, ассасин. Ассасин. Да. Жаль. А твой папа в комнате? Да. Ладно. Ну, заходи. Короче, всё, она... Что, она сквозь дверь прошла, ладно. Ну, ладно. О, над Владом радуга была. Чё? Ну, в смысле, от свечения фонарика, либо головы. Чё? Вот прям радуга, если хочешь, могу сфоткать, пока загружаю. Она прям еле заметна из-за блюра. Ведьма, она опаснее, чем кажется. Вот, смотри, просто видишь? Вот если ты присмотришь, ты увидишь там радугу просто из-за блюра, а так её лучше будет. Где? Что-то происходит. Зачем вы бьёте? Как вы смеете? Ай-яй-яй, как же? Нет, ну я ж стрельнул прямо ему в голову. Ну что ж такое-то? Мясо, кишки, мозги. Руки, о, ясно. Бежали. Кстати, вот это очень годный, кстати, лайфхак в Left 4 Dead. Просто... Ладно. Какой? Короче, смотри, просто... Вафиг. Влад, смотри. Сейчас. Ящик. Я, кстати, я нашел ящик. А, ладно. Эрпитнария, Фредди Фазби. А, где? Кстати, а у меня есть вопрос, это начальная глава? И, ой, точнее, карта сама. Что? Ну, ничего. Просто как бы, если она самая первая стоит, это не значит, что она как бы... Ты понял? А я ничего не говорю. Так, лифт, посрать лифт. А я не говорю, что ты что-то говоришь. Уже. Лифт! Да блин, да дайте мне пойти нормально своими ногами. Влад, подожди меня. Все. То, что они там подыхают, там их. Да, все равно возродятся. Все равно же игра. А я же просто цепехнуться еще. Нет, Влад, посмотри сюда. Посмотри на них. Здесь была лестница. Так. Вот так, Влад, поохрани меня, я сейчас буду хилиться. Давай. Буду просто отбиваться эмфом. Все. Ой, жопа. Да че жопа? Просто сюда встаешь и начинаешь. Я же говорю, жопа. Вот теперь не жопа. Прям... Все. Пожалуйста. Да блин. Помогай мне, Ярик, быстрей. Я сзади. Кто сзади? Я за тебя, помогай мне, пожалуйста. Я помогаю. А, ты лежишь как бы. Ладно, сейчас помогу. Задниц. Все. Фух, о, как ты молотила. Отлично. Сейчас будет весело. О, спасибо, Луис. Ты умеешь разговаривать.
И моя тактика, она прям работает хорошо. Ну, я сейчас попробую посмотреть, как она будет работать, не знаю. Все, просто вставим вот в какой-нибудь угол и просто зажимаем правую кнопку мыши, и все. Они даже ударить не смогут. Так, на Зою... Что? Блин, надо же девку называть не Зоя, а Зой. Как Цой. Ну, почему Зоя, а не Зоя? Так, блин, у меня 9 патронов. Знаешь, Влад, в немецком буква Z это она читается как C, то есть получается у них Зой как Цой. Отконченно. Так, окей, я в складе. Короче, Эрик, я сейчас бросил гранату в курильщика, и он меня своей кишкой меня взял, и я мне подавала свои же гранаты. Ага. Так, сейчас мне. Ой. Ну да, как и ожидалось, трансляция как бы не идет. Знаешь, у меня такое ощущение. Ой, я так думаю, что трансляция потом появится на Ютубе, когда мне разрешат стримить. Подожди, как ты играешь? Влад, жирный сзади, жирняк. Держи, если мы захотели играть, то как ты играешь? Так, юзаем свою тактику. А, мою точнее. Ага. Гениально. Я как все реалистично, если честно. Я знаю, что такой... Ой, то есть... Ладно, не суть. А толстяк, он наносит урон, когда блюет? Блин, ничего не вижу. Там может ассасин сидеть. Ага. А, я понял, что здесь ассасин сидит, потому что мне все обливали. Лук? А. Никак, цели сейчас будет полная месиво. Пошли. Еще. Нет. Помоги. Ага. Придушу. Все, Влад, я помог. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Туда побежали. Туда а я уже пришел. Ну ладно. Фу, здесь кто-то напердел и вонючий газ. Ой, это толстяк. Толстяк. Точнее, мой наркоз. А ладно, это уже лично. Это ж надо так. Это кто? Это ты или это... А, это Льюис. Ладно, просто вот так спальню все. Как бы они почти не бьют. Они, конечно, наносят урон, но они почти не могут меня ударить. Так, я тоже. Видишь, какая тактика рабочая? Да. Пользуйся. Лайфхак. Спасибо. Пожалуйста. О. Теперь мы будем непобедимы, кроме боссов. Только нужно прижаться к этому, к углу. А то если они будут со всех сторон бить, это не очень. Говно ты, блин. Друзья, у нас же есть пистолеты. Пистолеты вообще не нужны. Бо, он притаился, смотри, за дверью. Он прокурист, он похудел. Патрончики, ура, наконец-то. Мне показалось, что это... Из Call of Duty. А, кстати, а Call of Duty можно посетить? Пройти. Не зря дали оружие. О! Эрик, я убил его своим ударом. Ладно, продолжаем бежать. Где меня? Застрелить курильщик. Да, вот это выстрел, конечно. Какой винтовку? Почему бы и нет?
будет КС-ка. Выход на улицу. Подожди. Влад, мы почти добрались. Подожди. Нет, говнари. О, как раз ты угол. Классик бьет. Все, я их прощу. Ну, с меня эпинат, блядь. Блядь, я даже с сигаретой умер. Ой. Я серьезно. Хватай и тяни по достижения. Уже 3 достижения получил. Хватай и тяни. Нет, Льюис как там хлебует. Кстати, Влад, смотри, мы уже к милосердию пришли. Так давай я тебя похилю, блевотный ты наш. А почему у меня имена Льюиса и Зои на английском? Я что, англичанин, что ли? Все, побежали. Теперь мы будем в он из воздуха заспавнился. Да ладно, серьезно, госпиталь? А я думал, Морган Фриман. Эрик сзади еще. Да, я... Дверь! Все, мне насрать. Быстрее. Yes. Отлично. Ну, безопасности пока что. Да. Блин, Влад тварь, он лучше всех. Стоит 3 достижения получил, так что вот. А, нет, я там был где-то лучше. То есть где-то лучше ты, где-то лучше я, где-то лучше Цой. Ладно, насрать вообще, мы просто идем. Ясно, уже просто закрыл дверку и нет. Лежать себе. Окей, я уже на втором этаже. Это локация зомби-сурвайвла в Гаррис моде. Вот 100% это локация зомби сервайвла. Здесь такой второй этаж. Да нет! Ой, зомбячка, нет, подожди. Женщина. Успокойтесь, женщина. Чё, пришёл, трусы нашёл? Чё, пришёл, поссать пошёл? Да, прям вообще. Здесь ещё должны, наверное, быть лифтовые шахты. Там какие-то 2 лифтовые шахты. Ещё. Да, я помню. Не, это я не помню, но тот зал я помню. Опа, это чё? Не знаю, смогу ли я найти здесь локацию, где зомби должны спавниться. А, да, вот они здесь и, по-моему, где-то спавнились. Вот, по-моему, вот здесь, если нет. Да. Или здесь. Ну, короче, какой-то был коридор, который вел к ресепшену. Да, я по танку стреляю. Ну как сказать, стреляю. Мне уже мудохает один. 2 уже мудохает. 3. Убегай. Я не могу убежать, и все это. Это пистолет. Просто специально так сделали, чтобы. В общем. Так, сразу таблетки. Таблетки сразу. Так, окей, я. Ой, извините, миссис танк. Хэдшот, стреляем, хэдшот. Нет. Вот, знаете, все, мне посрать, я убежал. Все, я делаю самовращение. Самовращение. Я обосрался. Ой, Влад, они бегут.
жопа. Спам, спам левую, это, блин, правую. Просто у меня же только мышь. Почему я это меня постоянно забываю? Блин, я не знаю, как ты, но вот когда я бил курильщика, я прям почувствовал этот запах дыма от курения. Вот прям как представь. О, да, это, Влад, это те самые две лифтовые шахты, смотри. А. Спасите, выживших? Я помню их. Зоя самые жопы. Вот тебе, вот. Вот те самые две лифтовые шахты. Попердели. Так, ладно, Влад, здесь мы были, не сюда. Как посрать на Зою, она заслужила. Влад, чекпоинт, 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 чекпоинт. Чекпоинты? А. Все. А. Это. А я-то думал. А что? А как дальше? Стоп! Мы все это время были в начале. О, какие же мы тупые. А... После того, как я похилился, я делал такой звук. То есть это кайф. Лифт, лифт, лифт. Как будто что-то... Подожди, подожди, не включай фонарик, не включай фонарик. Ясно, понятно, ясно, понятно. Жопа, 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 жопа. Да не, нормально, Влад, сейчас продержимся. Верик, если что, пользуешься своей же тактикой. У меня получается успешно, причем. Ну, почти успешно. А, ты по мне попал. Да, я нечаянно. Ай! Ой, а. Я обосрался. Охотник, охотник! Ассасин, ассасин, Влад, там ассасин стоит. Они бегут, орда. Посрать, бежим, а нет. Мне... Лифт, 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 беги, беги, беги. Куда? Лифт, он открылся. Лифт. Бегите, глупцы. Ой, мы кого-то зажали. О, Влад, у нас друг. Ура. Наш новый друг. Пойду похилюсь в стену. Опа, Влад, смотри, сюда кто-нибудь полетит обязательно из этой дырки, 100%, наверное. Это 100% я. Она ж не просто так здесь сделана. Хотя не знаю, может, типа для красоты, чтобы... Какой-то медленный, знаешь ли, для 40-этажного здания. Это точно. У нас в пике и то лифты быстрее были. Ну, а сейчас сюда выпрыгнет, 50-200. Во, да, видишь, здесь служебный этаж, видишь, там балкончик такой. Бежим. О, Влад, это вертига. Иди сюда. Влад, это Брин. Брин. Чего? Влад, я Брина нашел из Half-Life, иди ко мне. Иди. Смотри. Ну, либо он похож, но я не знаю. Он на Брина очень похож. Видишь, вот этот, который лежит? Там просто... Он сейчас лег лицом в стену и плохо видно, а так это прям вылитый Брин. Теперь мы знаем, что Брин стал зомби. А, или он... А он в сюжете сдох, я забыл. Влад, вентиляция! Блин, знаешь, здесь подсаживать друг друга нельзя. Кстати, как выглядит это милосердие? О, какая, кстати, красота, слышь? Нет, быстрее. Ура. Спасибо. Приму таблетку. Кайф. Посмотри, Ярик. Что? И это все 3D. Ну, фонари не 3D. Кстати, горы в
в 3D. Я летал по этому скайбоксу, он здоровее, чем GTA 5, карта. Классно. Представь, если там уменьшится и побегать. Я хочу искупаться. О-о-о-о-о-о, нет, я попил просто. Халк, Халк. Я вас понял. Кстати, Влад, а ты знал, что упасть нельзя с крыши? Ну, либо зомби только могут. Нет, можно. Ну, это я говорю, зомби только... Мне кажется, мы сейчас сдохнем. Быстрее, перепрыгивай. На какую кнопку это я же мог? А, я типа ранен, да? А-а-а. Так, мне помогают, спасибо, подсказки. Это я тебе помог. Я понял. Что? Кстати, вот... Я стреляю, если что, и... Меня... А, ладно. Канистра! Ой. О, Влад, давай сделаем это. Смотри, иди за мной. Влад, иди за мной. Влад, я сзади. Подожди. Влад, иди за мной, смотри. Чё? Я выкинул канистру. Может, давай я тебя выкину. Давай, если сможешь. Ты видел, как он отлетел? Да, видел. Фу, жопа, она вообще улетела. Ладно. Вы можете дать персонажу Зои обезболивающий. Не надо. Это же NPC. Он все равно боли не чувствует. А вот я чувствую. Надо играть, запрещаю. Спасибо. Дверь! Дверь, Влад, дверь! Выход. Дверь. Аллилуйя. Нет, общая защита. Нет. Я одет сигаретой, самый лучший, а ты самый нищий. Танков. Ну сейчас в самой жопе, как всегда, нахожусь, ладно. А я бред самый нищий. Аптечки! Где? А. В пизде, блядь. Так, мод. Вот это вот возьму. Маус один, чё? Насрать, пошли. Пошли, ле-ле-ле-ле-ле. Влад, а ты хоть раз играл в какие-нибудь режимы в Гаррис моде? В серверные. Влад, танк бежит, танк бежит. Я играл в Кудагиру только. Ты не кажется, или там танк? О, антитанк. Я уже 8 ачивок получил. Мы оба заработали достижения. Одновременно. Мы оба антитанки. Меня вылечили. Я смачно так вылечили. А, блядь, нахуй. Помогите, спасите. А, они сзади, они совезде. Они совезде. Теперь наряжаешься уже всем плохо. А-а-а! Ёбнутая баба. О! Вентиляция! Нет, 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 нет. Странная перезарядка. Если что, пользуемся тактикой. Я, например, ей пользуюсь. Да блин! Как его. Наконец-то. Влад, он встал с жопой. Смотри. Смотри на позу, в которой он умер. Крыша! Крыша! Где? Что? А, типа вид классный, да? Только посмотри на это, кто, сука, кто за месиво, ёпка, ёпка. Ой, а, кстати, помню, когда футаж был с Дэдпула, да, всех эта локация была. Влад, помещение. О, помещение. Да, ты фанат помещений. Радио.
Так, Зоя сдохла, мы просто закрываем двери. Все, давайте будет нашим домиком. Да, Зоя, давай, Зоя так смачно просто одна. Она прям очень так хорошо просто. Влад автомат! Влад миниган! Влад, миниган, миниган сзади. Вызовите спасателей. Я зомби. Ладно. Я зомби придавил под дверью, он сдох. Давай спасем. Эрик, помощь идет. Да? Помощь идет. Держимся за поручни. Так, давайте, да так, это будет наше убежище. Тут и... Ух, ёбаный, ёбаный. Куда побежал больной? Иди назад в больницу, в больничку, блин. Там... Слышь, вы, брины, блин. Брины не доделаны. А помогите, кто? Кто? Реально, помоги, помоги! Не, где? Ну ты где, уже нигде. Бежать. Здравствуйте, зомбачки. Да почему когда зомби напарываются на эту, на колючую проволоку, им... Надо просто закрыть дверьку и буду на крыше пристать. А я тебе говорил про него в самом начале. Ты сказал, мне не важно, это зомби вообще-то убивали. Поехали, сука. Отбиваемся! Блин, эти все дома, они реально в 3D. Их там тысячи домов. И как будто игра не в Left 4 Dead, а в GTA 5. А что есть? Горы. Так, помогите устать. Ярик, я пару не знаю, зачем тебе это. Блять. Но когда мы бабушки дальше не закончится ремонт, там будет все классно, но это не суть. Я пойду, естественно, сразу гулять, а точнее просто снимусь. Вот. И я встречу свою девушку. Вот просто мы пытались. Все, вот теперь ты в отношениях будешь иметь детей. А потом, когда вы расстанетесь, ты будешь всю жизнь платить ей алименты. Поздравляю. Просто смотри, мой друг с ним встречался, вот, два раза в жизни, блядь, вот, и оказывается, они сестра и брат в игре, а так они просто друзья. А ее сестра тоже по игре сестра, так они просто подруги, естественно. Я охуела тупости. А моя бывшая, я не знаю как ее, получается, девка из параллельного класса, вот, она, короче, лесбиянка. В шестом классе, вот, я сейчас переехал. Лесбиян. Да. Она встречалась с девкой. Пиздец. Ну это по словам Матвея, я не знаю. Может Матвей рофлил надо мной. Ну это Матвей. Пиздец. Согласен. Влад, это пациенты. Нет. Бежим. Влад, спаси меня. Ладно, не надо. Я бегу. Нет, бля. Давайте бегу хоть меня. Возвращайся, ёбан. Отвалите от меня, сука. Идите нахуй. Бля, все сдохли, только я один остался. Нет. Ну, теперь не только ты. Дебучий отсосин. Отсосин? Ассасин, да, вот если бы не он... Вообще бот. Причем слитый. Подошел, нормально к нему под... Ну так не надо, дебил. Влад, я жрал кури... Да я хотел в них кинуть просто. Ассасин нормально. Ты отвали.
Ай, все. Мне со всех сторон так нечестно. Кстати, а дамаг наносится от дыма? Ну, только на фонарик. Эрик, пошли в дымник. Ой, я лучше пойду, зачем мне это все надо? Тут забивать, все это, мучиться. На фонарике мне вообще зрачки не закончили. Ай, Эрик, помоги скорее. Не могу. Ну ты конченый. Нет, я правда не могу. Пусть тебе по-любому поможет. Я тут зомбарей с крыши сталкиваю. Нет, откуда? Не, ну что за дерьмо? Ой, от души спасибо. Можешь меня выключить, мам? Ну ладно. Фух. А, мои рабы. Беспомощные против удара приклада. Ну, конечно, это охотник откидывается. Я думал, это баг какой-то, ну, именно, типа, одноразовый. Да, блин, нет, откуда? На меня кто-то наблевал. Жопа, жопа, блин. Влад, охотник с крыши спрыгнул. Слышишь? Да, слышу. Ага. Или зомби. По-любому, он будет вежливо. Ой, ну скоро там зомби закончится. Халк! 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 Ага, понятно. На тебя по пипичке. Если понятно, я понятно. О, какое у него страшное лицо. Отвали. Ох, ясно. Я пойду, я лучше. Он вообще у меня есть в друзьях этот по-любому. Вы же... Да, хотя бы по-любому додумался взять миниган. А ты чё его не брал? Не знаю. Хотя бы этот момент я не упал. Опа. Этот уже ползает тут, блин. Да, блин. Наконец-то он убился. Так, возьму кто? Тогда мини-гунчик. Ты по-любому сейчас откинул. А, нет, Льюис, короче, по-любому чуть ли не с крыши сбросил. Так, где он? А, вот, вижу. Ой, я уж пойду. Ну, что же бы пожрать взять? Ты страшно к нему вообще подходить. Слушай, а может по-любому у тебя друзья? Что? Может по-любому у тебя друзья здесь? А? Ну ладно. Я правда не понял, что ты сказал, но давай представим, ладно. Я говорю, может по-любому был... Эх, вертуха, лесуха. Ура, все спаслись, кроме меня, один я сдох. Вертуха, не лезь. Как же их. Все, прыгаем. Жаль, что я не получу такого кайфа. Когда я прыгаю в вертолотку. Вертолотка. Топчик. Эпичненько получилось. Зомби спрыгивают с создания. Они долбоебы. Да, потому что у них нету мозгов. Да, потому что их кто-то выстрелил.